В Британии внеочередные парламентские выборы. Граждане Соединенного Королевства должны проголосовать, и это дает им счастливый шанс наконец сменить правительство. Кабинет министров, который возглавляется сейчас Борисом Джонсоном, уже очень сильно надоел своим гражданам. Англичане, шотландцы, жители Северной Ирландии очень давно хотят, наконец, отправить в отставку этих тори, от которых ничего хорошего за последние годы они не видели. Рейтинг лейбористской партии растет, ее лидер Джереми Корбин, первый за многие годы настоящий социалист во главе лейбористской партии, набирает очки. Его популярность увеличивается. И Борис Джонсон, премьер-министр провалившегося консервативного кабинета, не находит ничего лучше, как обвинить Корбина в том, что он, как Сталин, устроит в Англии новую коллективизацию, что он всех раскулачит, что если вы проголосуете сейчас за социалистов, то завтра у вас будет ГУЛАГ и вообще всякие прочие ужасы с дефицитами. Это практиковалось уже не раз. И каждый раз, когда кто-то из реформистских социалистов, левых социал-демократов приближается к власти, консервативная публицистика начинает кричать: «Вот, вот, вот, завтра у вас будут гулаги, дефициты и прочие ужасы сталинского режима». Я думаю, что это вряд ли сработает, скорее наоборот. Эта паника, вот эти вот призывы к публике ужаснуться, подумать о том, что социализм – это всегда страшные кровавые кошмары, это то, к чему прибегает буржуазия, когда у нее нет других аргументов, когда они не могут ответить на конкретную логику, на конкретные предложения, на конкретные программы, которые продвигают в данном случае социалисты, лейбористы. И это свидетельствует о том, что Борис Джонсон, похоже, уже находится в крайнем состоянии отчаяния. Что же, это прекрасно. Я очень надеюсь, что в декабре мы увидим в Англии другой состав парламента, другое правительство, и мы увидим наших товарищей, не только депутатов, но и среди министров.